Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, а это моя напарница Василиса. И сегодня мы подготовили для вас тренировку, которая отлично укрепит вашу спину и разовьет мобильность отделов позвоночника. Первое упражнение – это твист. Исходная позиция – сидя на коврике. Ладони смотрят вперед, живот подтянут, за макушкой головы вытягиваемся наверх. И на выдохе начинаем скручиваться. На вдохе ставим точку в исходной позиции. Выдох, скрутились, вдох, точка. Выдох, вдох, выдох, вдох. Обращаю ваше внимание, что вы должны следить за своими бедрами. Тазобедренные суставы словно погружены в бетон, они неподвижны. Ваша работа происходит исключительно в области позвоночника. Второе упражнение – это пила. Исходная позиция снова сидя на коврике, при этом ладони смотрят строго вперед. Начинаем ребром ладони тянуться к противоположной голени на выдохе, на вдохе возвращаться в исходную позицию. Снова выдох, словно отпилили, вдох, вернулись. Обратите внимание на противоположную ладонь. На каждом скручивании она начинает толкать стену позади себя. Выдох, на вдохе возвращаться снова вперед. Выдох, скрутились, вдох, вернулись. В нижней точке мы представляем, что грудью и животом мы обнимаем трубу, которая находится мысленно между бедрами и корпусом. Третье упражнение – это скручивание под подмышечную впадину, стоя на одном колене. Исходная позиция. Одно колено является опорным, вторая нога, противоположная нога, выпрямлена в диагональ. На вдохе раскрываемся, на выдохе скручиваемся под подмышечную впадину. Обращаю ваше внимание, что важна проекция плечо над кистью. На вдохе вы максимально раскрываетесь в грудном отделе, на выдохе максимально скручиваетесь под противоположную подмышечную впадину. И заключительное упражнение – это плавание брасом лежа на коврике. Исходная позиция. Ложимся на живот, взгляд в пол, шея – продолжение позвоночника. На выдохе начинаем отрывать грудной отдел и совершать круговое движение руками. Ваша задача в конечной точке максимально сократить расстояние между лопатками, то есть их максимально встретить друг с другом. Напоминаю, что каждое упражнение вы выполняете по 15-20 повторений и таких 3 подхода. Помните, что укрепленная спина – это залог здорового самочувствия. Полюбите себя и занимайтесь спортом.